Итак, ребятки, я сейчас быстренько все делаю. Краткое руководство для новичков по сайту. Эта тема пускай будет временная, но в любом случае люди не знают, как пользоваться сайтом и говорят, какие-то темы не видели и все такое. Давайте я вот так кратенько пройду вам. Что вообще, когда вы заходите, что вам посмотреть надо на сайте? На сайте надо посмотреть главную страницу. Ну вот, главная страница. Посмотрели, немножко, ну, спустили колесики, все такое. Вот этих кланваров пока больше здесь не будет, ребят. Решено, что кланвары все будут уходить вот сюда. После того, как заходите, здесь переименуется, вот эта Лига Русь, переименуется в другую, там будет КВ или афиши. И вот здесь вот будут именно кланвары. Здесь также можете записываться, все также комментарии, все то же самое, что и на главной странице. Просто здесь уже, чтобы не было неразберихи вместе с днями рождения, с новыми какими-то введениями, типа вот информации, где на каких турниры начинаются и все такое. Вот, это запомните, вот сюда. И не забывайте, капитан, и здесь выкладывать счет. Вот после того, как вот сегодня, например, кто отыграли, сегодня отыграли вот вчера, вот здесь забыли опять поставить информацию в ожидании. Здесь должно быть уже пройденные. Кланвар, смотри сюда, это уже пройденный этап. После того, как сыграет, там бандит Илья, там кто-нибудь отреагирует. Вот, вчера с РВС им проиграли, смотрим, вот так вот жмем. И счет, ну здесь надо написать слово победа, если поражение, слово поражение, ничья, значит ничья. Ну, это все понятнее, когда это капитану касается. Вот, на игры теперь записываемся здесь вот. Понятно, да, с этим? Самое теперь, что важное для вас. Если вам нужны пользователи наши, можно посмотреть, кто в сети, это всегда вот находится здесь. Тыкнешь на него, и сразу откроется хоть личное сообщение, хоть что здесь, здесь все вот... Ну, это я сейчас на себя кликнул, вот, например, Сид сейчас находится, он онлайн. И вот здесь можно написать письмо пользователю, все такое, да? Отправить личное сообщение. Дальше, всегда можно посмотреть, кто был на сайте, и когда найти легко бойца. Вот здесь вот всегда показывают, когда, чего, например, когда был у нас сегодня шаман, вот, или, ну, любого, да, бойца. Смотришь, что время, вот смотрите, время и дату, вот он сегодня был, во сколько, дата регистрации нет, вот дата входа. Во сколько он последний раз был, это в 19:26. Всегда я контролирую, кто как у нас посещает. Это в любом случае, ребят, когда играете, все. Вот то же самое, новенький. Не дали еще. А, это уже Русь, все уже, да? Вот этот ник, вот я как раз не привык к нему. Ну, в общем, коллегу, да. Здесь вот можно всегда посмотреть. Почему-то ссылка раньше была написана список посещений, сейчас почему-то она битая. Ну, в любом случае, она рабочая, и всегда ее можно посмотреть, кто, когда, во сколько заходил. Так, дальше, что хочу дальше. А, также вы можете своих, если вам надо кто-нибудь нужен, и он сегодня не заходил на сайте, то, соответственно, здесь вот участник есть кнопочка, да? И после этого выбираете группу. Скорее всего, вам нужно будет с Руси. Или если офицер, ну, в смысле, если администратор, модератор, всегда, если на сайте не были, здесь группу выбираете, вот, ну, пускай это будет Русь, да? И вот пускай это будет все 100 человек сразу. Жмем ОК и смотрим, вот она вся группа, и кто вам нужен, кому передать привет. Если я почищу, кто у нас со взвода, давно не чистил, я это все сделал. Вот носки мне, например, нужен, так, хоп, и я ему и личку там все написал. Также, ребята, не забываем, что можно бойцу, любому бойцу, хоть кто, кому на сайте, вот кому вот сегодня вот, например, добываем вот сталкер, да, очень много занимается взводом, вот сейчас сталкера так жмем и смотрим, да. Репутация 15 у человечка, да, это очень большая репутация. И давайте мы ему, наверное, ее повысим репутацию. Вот видите, повысить, не повышайте, а просто комментарий написать. Понизить репутацию, ну, мы свяжем. Вот, пишем, вот так вот, где оно? Чтобы, вот, чтобы, вот, все. Чтобы вот мы ему повышаем репутацию и применяем. Все, у него репутация теперь стала. Теперь вот сейчас на сталкера нажму, еще раз, да, то, соответственно, у него репутация была 15. И теперь у него 17, она на 2 повышает его репутацию. Также можете с кем отыграли, с кем понравилось вечером провести, вот какие турниры, кто побеждает. Ну, поднимать взводу репутацию к бойцам, это как бы, ну, это так, фановая такая штучка, вот может кем-то понравилось там, и все равно будем смотреть, у кого какая репутация, это просто интересно, ребятки. Вот смотрим, у Космеи раньше всегда большая репутация тоже была, 10, да, вот что-то плохо, мало, ну кто ей что последний раз писал, Фласк подымал, Дмитрий Саныч умничка писал, ну вот видите, за добросовестное отношение ко взводу, это я еще в 18 году, и давайте Мольчику сейчас тоже повысим, она все очень много занимается, вот еще, Олька, тебе тоже, вот, давай мы что-нибудь так тебе, да, то, что ты у нас... Есть, Олька, и вот так вот еще, вот, и пускай вот так вот. Че, форма не заполнена? Че, я писал же, все. Ну, в общем, держи. Плюс. Вот так тогда, что-то не захотела она, вот.
то, что у нас есть, не получилось что-то, не писал в это время. И вот теперь у Ольки у нас еще плюс. И поставьте ей больше, уже 12 репутаций. У Ольки должно больше сотни быть. Ну ладно, это я так привет объяснял. Так, теперь смотрите, все, ладно, это было так вот, если вы можете... На сайте, это по ну, пользователям показал вам по КВ, как посмотреть, зашли на сайт, для чего это все делать, что вам надо сделать. Если пользователи нужны, там разберетесь. Если что, мини-чат. Мини-чат для полностью флуда, ребят, для в Ютубе посмотрели что-то, взводом поделиться, там помощь нужна. Вот вам мини-чат, это взвод всегда видит, это с планшетов, со всего. Это все. Ну, в любом случае. Все просьбы там здесь можно сделать. Так, можно даже попросить переименовать и все такое. Ну, хотя для этого вот всегда форум есть. На форуме есть там, по-моему, если я не помню, информационный раздел или там, не помню, ну, ладно. Вообще, когда вы заходите на сайт, посмотрели главную страницу, с чего все это начал, и после этого нажимаете, когда вот здесь посмотрели, игр нету, жмем форум. На форуме всегда самое простое, когда, говорят, не знаем, что там нового произошло, жмите всегда новые сообщения. И все новые сообщения, всегда они будут у вас сверху, вот. Все красные, вот, которые не просмотрены, они будут красные будут у вас. Если по другому варианту, у вас, если вот кто-то набор, у вас здесь выстыкает большая такая иконочка, что значит вы здесь не читали. Если вы не хотите, посмотрели, я в сообщении все показываю, нажимайте вот здесь вот, что отметить все сообщения прочитанными. Все, и теперь у вас уже как бы нулится. Завтра зайдете, если что-то новенькое будет, у вас иконочка будет. Если не хотите, нажмите на новое сообщение. То же самое, это у вас все это упрощается. У новых бойцов нету тайного веча. Вот, ребят, если вы скинули сейчас, да, давайте сначала об обчет оплате серваков, нажимаешь об обчет оплате серваков, и вот она, здесь можно почитать реквизиты, но это ладно, это все понятно, вот она, вот здесь вот идет у нас вот такая система, здесь вот можно посмотреть опять же данные, все такое, да, и вот здесь вот кидаете, вот сколько вот, на 100 рублей на Киеве, да, докинул на Билайн, здесь все легко и понятно, месяц идет, и видите сами, да, вот 200 рублей Артур кинул, там 300, это, вот здесь понятно, когда вы кидаете, что обязательно, чтобы, потому что это не вырубить топором, это все остается, только зачисление остается, и все, как бы, все понятненько с этим, да? Так, теперь уходим мы на вечи. Когда вот самое главное, что вот от всех простых пользователей закрытая веча, она для нас открытая, ребятки, вы сами понимаете, что когда боец уже Русь, то, соответственно, вот здесь открывается веча. Ну, здесь все всякие такие вопросики, опросы голосования, все такое, вот, ну, вот, ну, вот, что касается взвода, вот, что внутреннее взводнее, что там другим не надо, вот, это все понятно, да? И какие-то вот, если вот есть вот... кандидаты на исключение, вот полугодовой опрос, вот, например, я сделал, ребятки, вот, мало народа сделал, ну, вот, в смысле, стабильно, это ладно, неважно, это, ну, просто показываю, что все здесь, вот, вы поставите, и видите сами, здесь не узнаешь, кто когда проголосовал, вы плюсик поставили, и все, и ваш плюсик, больше не сходите, комментарий оставите, вот, как-то вот, как добавили, а хотите вот именно простым плюсиком. Так, что еще хочу пояснить. Да мне, в принципе, вот, вот оно, краткое содержание. Зашел в игру, заскочил на сайт, посмотрел, что на главной, посмотрел на минчате, к вам обращаются, нет. Если заходите на форум, потом заходите на форум, посмотрели личные сообщения, если у вас нету, вот, соответственно, потом просмотрели, я говорю, хотите новые сообщения, хотите вот по иконочкам узнаете. Если что-то нового не нашли, нажмите, сбросите это все, и следующий заход на сайт вам все покажет. Все, я по кругу уже не буду ходить, и самое главное, зайдите, посмотрите клан варчики, какие вас ждут, что у вас впереди, в ожидании, вот такое слово ожидание, и да и по датам, в принципе, видно, что вот это ж в пятом месяце, это у нас, ну, когда у нас такая игра, чуть-чуть, где она, вот 29-го, сегодня у нас 26-е, ну, в общем, так, да, если какие-то вопросы будут, пишите под видео, да, под этим видео, пожалуйста, поставьте хоть старый, хоть новый, что кто, просто плюсик или ознакомлен, и кто это... Что хотите там, смайлики, в любом случае, чтобы я знал, что взвод это видел видео. Я сейчас на главную его выложу, чтобы более просто было упрощенно. Я еще раз говорю, вот вам чат для флуда. Сильно не стирайте, если моя тема какая-то красная или важная, что мы сегодня ждем, там какое-то мероприятие, старайтесь не убирать первый вечер эту тему. Ну, чтобы если вот так вот, как вот я, например, написал, вот где, или Олька написал, или я, вот, ну, я не знаю, ну, где-то вот такая вот, сегодня стрим, вот такой, а, вот даже сервер на сегодня настроен, вот такие вот варианты, постарайтесь не убирать резко. Потому что это значит на сегодня там какая-то важная тема. Если у вас что-то тоже нужно вам кто-то, то, соответственно, пользуйтесь чат все равно для всего взвода и всего такое. Ладно, затянул. Хотел сказать в двух минутах, но с сайтом, если какие-то вопросы, говорите. Все это легко и просто. Все, всем пока. Спасибо за внимание. Так, еще кое-что забыл добавить, конечно. Я сейчас хотел видео просмотрел, хотел уже выложить, но добавить я забыл. Смотрите, ребятки, если КВшки еще хотите посмотреть наперед, здесь ли вы...
все-таки путаетесь, не поймете, где что, где отписались, где что, забывайте. Вот жмите на эту кнопочку, вот всегда большая кнопочка, и здесь всегда на у бандита всегда здесь разложено те игры, которые у нас по числам впереди. Вот смотрите, вот сегодня, например, 26-е, что у нас впереди, смотрите, здесь тоже все понятненько будет, да? Вот она большая такая кнопочка красная. Она и на главной, она везде показана. И хочу, хотел еще добавить я обязательно, чтобы... Так вот, каждый вечер вот здесь вот обновляется, чтобы не говорили, что по списку сейчас был сталкер и я здесь на сайте. Вот, после 12.00 она обновляется каждый день. Это ладно, это понятно. Вот, видите, этим вот я не занимаюсь, ребята. Это занимается у нас несколько капитанов. Это бандит, это, по-моему, Димедрол, еще у нас бойцы занимаются. Это у нас ВКонтакте группа. Можете просмотреть здесь тоже новости. Там с планшета, кто ВКонтакте сидит. Подписывайтесь на группу. Это просто я этой группой вообще не занимаюсь. У меня есть страница ВКонтакте. Я вообще буквально даже... Вот она группа. Видите, здесь тоже фотки, все, что хотят. Но здесь тоже много информации. Если что, вам удобнее не на сайт, когда с планшета, с этого смартфона. А здесь вот сюда можно то же самое заходить. Добавляйтесь ко мне, друзья, хотя я не знаю... Если там нужно, это вам нужно. Я с вами почти редко захожу. Моя страница, я вот фотографии вообще не добавлял, я не знаю. Здесь я еще молодой здесь совсем. Здесь мне вообще 20 с чем-то лет, я не знаю, лет 15 назад. В общем, как-то так. С контактом тоже можете добавляться и все остальное. Так, здесь тоже понятненько, да, с контактами добавляют. Прям можно выйти на страницу, прям вот нажав на эту кнопочку. И вы уже будете. Или пролистать здесь, скрутить колесик, пролистать здесь. Ну, контакт это, в общем. Так, добавить хотелось. Гавр, видите, постоянно вылаживает видео, да? Подписывайтесь на его канал, он старается для вас. Вам даже вот когда первый раз не посмотрите, второй раз не посмотрите. Ну, здесь, ребятки, будет, вот видите, закрытое видео. Наверное, скорее всего, где-то там full show все у них захотел вылаживать видео, это... в общее обозрение. Вот, подписывайтесь на Гавра, вот, у него 86 человечек, он для вас старается, ребятки, потому что если кто-то у нас еще будет в ютубе вести, для взвода, вот у меня даже свой канал есть, вы хотите подписывайтесь, хотите нет, ну, это лично ваше мнение, ну вот, когда я стрим или что, вам приходят на почту и все такое, вот мой каналчик, вы сами видите, у меня... подписчиков я, вот мой взвод, ну, там есть дружеские взвода, вот многие из дружеских взводов у меня подписчики еще с 18, ну я не знаю, я не гонюсь, пускай хоть будет 200, я для 15 человек стрим веду, ребятки, это все в ваших интересах. Подписывайтесь, хотите нет, тоже мой канал всегда для вас открыт, все стримы, все такое, здесь очень много у меня, вы знаете, что у меня видео очень много, и вы, и вот они прелисты, можете, я не все еще добавил, но во всех прелистах здесь еще очень много всего такого. В общем, ладно, это понятно, да? В общем, все, по сайту я вам объяснил, по Гавру тоже попросил подписаться, потому что это для вас, для взвода, для на меня как хотите, все равно стримы веду для вас я, и показал вам, как обращаться с сайтом, как подписаться, если по желанию, потому что я говорю, здесь... ведут ребятки тоже свой блог, и они, по-моему, будут развивать. ВКонтакте есть группа, созданная мной, но я вообще даже модераторов назначил, и я в нее ничего не вложу. Это ребята занимаются, и вроде каждый день обновляют что-то там. Все, здесь тоже я вам показал форум, заскочили, посмотрели, все, чувак, иконочки скачили, личное сообщение, если красным горит, то, соответственно, у вас что-то новое написали, все. Я думаю, теперь я точно уже вроде по сайту все сказал. Теперь вы... можете не задавать куда, чего, чего нового. Заходите, посмотрели только на главное и убегаете. Теперь вы знаете, что здесь надо зайти и уделить сайту ровно ну, 2-3 минутки. Это посмотреть, если хотите, наперед КВ, зайти сюда, посмотреть, можете новое, что вышло. Зайти на форум, посмотреть, что на вече. И все, идти можно в TeamSpeak. Прямо отсюда в TeamSpeak заходите. Вот отсюда кнопочка прям. И я оказываюсь прям в TeamSpeak. Не надо там закладочки, ничего. Здесь видно, кстати, кто сидит, когда вот сейчас вот ночь, я ушел отдыхать, а вы сидите. У нас даже в любой момент всегда народу, всегда в TeamSpeak в час, первый час ночи, людям как будто не работу и не надо. Ну, в общем, все понятно, да? Отсюда прям можете заходить, вот прям жмите не на гостевую, а вот сюда взвод Русь, и вы сразу попадаете в TeamSpeak. Всем спасибо за внимание, теперь я точно вылажу это видео, ознакомьтесь и поставьте плюсик, чтобы это видели.